Здравствуйте, Центр управления городом. Ну, как бы заявку вчера звонили. Неубранная дорога, тротуар. Такие обращения в диспетчерскую службу приходят регулярно. Нечищен двор или тротуар, проезжая часть в сугробе или остановка завалена снегом. Все жалобы горожан обрабатывают с максимально возможной скоростью. Обращения передают в управляющую компанию или в МБУ «Доремстрой». За последние сутки, в частности, поступило 40 обращений по уборке придомовых территорий. Все обращения были направлены в адрес управляющей компании. Кроме того, организованы рейды по нерадивым управляющим компаниям, где производит составление актов для дальнейшей работы надзорными органами. То есть по уборке города на сегодняшний день поступило 78 обращений. Все они также переданы в управление дорожного хозяйства МБУ «Доремстрой». И на сегодняшний день они отрабатываются. Мы также их мониторим. Особое внимание сейчас уделяют тротуарам и придомовым территориям. За прошедшие дни на борьбу с гололедом потратили более 1500 тонн пескосоляной смеси. Все еще неспокойная обстановка на межрегиональных трассах. Волонтеры продолжают помогать водителям грузовых авто, застрявших в пути. Особое внимание необходимо, опять же, всего в Ульяновске, Димитровграде и в районных центрах обратить на расчистку крыш от снега и наледи, а также на уборку придомовых территорий, Александр Егорович. Вот. Стройнадзор контролирует. Вопрос очистки Ульяновска от снега лично контролирует мэр Александр Балдакин. Каждую ночь он выезжает на рейд. По улице Корюкина, мимо больницы. Здесь тоже дорога почищена. Кое-где тротуары мы еще не успели почистить, но я думаю, что мы завтра должны этот вопрос закрыть. По итогам последней ночной поездки мэра дополнительно обработают опасные участки песко-соляной смесью. Продолжат расчищать нижнюю террасу. Внимание уделят дворам в Ленинском районе. А также расчистят тротуар на улице Рылеева по дороге к БСМП и травмпункту. На Ульяновскую область движется балканский циклон. В выходные ожидается температура до плюс 5 градусов Цельсия. Наиболее трудным окажется воскресенье. Сначала мокрый снег, потом будет переходить в дождь. В связи с этим будет отмечаться гололед, гололедица, налипание на проводах. Вот, и интенсивность осадков будет разная, от умеренных до сильных. И температура будет рост. Температуры максимально мы ожидаем от 30 до 5 градусов тепла. То есть потом в дальнейшем начнет таять снег. Но влияние вот этого балканского циклона ожидается до 22 часов вечера, ночи, воскресенье. А там понедельник, передышка, более устойчивая погода. За оттепелью прогнозируется похолодание. Гололеда не избежать. В Ульяновской области продолжается режим повышенной готовности. Особое внимание уделят расчистке и обработке подъездных путей к больницам, детским садам, школам и социальным учреждениям. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.